Приветствую вас, друзья. Меня зовут Евгений Додолев. В эфире программа «Золотая рыбка». И в гостях у нас самый недоступный и закрытый из актеров, который носит титул секс-символа страны, Александр Домогаров. Знаю, что вы не любите это определение, но из песни слова не выкинешь. Это даже не журналисты придумали, а, собственно, публика. А я не понимаю, а что так напрягаться-то? Чего обижаться? Ну, уже, нет, уже как раз не напрягаюсь, потому что это... Почему я хотел сказать Погонялова? Ну, так оно и есть. Вот этот лейбл был навешен очень давно, поэтому сейчас уже все как-то время поставило на свои места. Так что сейчас уже не обращаю внимания. Если говорить про Погонялова, то Андрей Сергеевич Кончаловский неоднократно произносил формулу, что Домогаров – это театральное животное. При том, что мне кажется, что вы человек кино. Вот как вы сами для себя это определение Кончаловского? Нет, Женя, я могу? Евгений, да, конечно. Евгений, Женя. Нет, Жень, я все-таки считаю, твердо считаю, что театр – это первично. Я хочу вообще в профессии или в случае конкретной биографии? Простите, но я возьму на себя такую ответственность, скажу вообще в профессии. Так, Поскольку кино – это замечательно, это фантастично, это любовь зрителей огромного количества, в отличие от театра, да. А если телевизор, то это количество зрителей увеличивается в разы. А театр – это проверка артиста чисто профессиональной. Про кино и про театр. Вы знаете, про Домогарова, которого все знают как киноактера, прежде всего, да. Кстати, как и Талызину. Вот про него Кончаловский говорил, что он театральное животное. А вот Талызина – это театральное животное или это киноживотное? Женя, как у вас поворачивается язык сказать женщине, которая старше вас чуток немножко? Ну, это же, сказать это, же про животное. Ну, это, мало ли что Кончаловский ляпает. Ну, Валентина Владимировна. Ну, Кончаловский вообще, я его не очень уважаю. Хорошо, тогда, Валентина Владимировна, вам ближе экран или сцена? Кино или театр? Отвечаю. Артиста без сцены быть не может. Вот я убеждаю свою внучку. Угу. Вот ты выходишь на этот алтарь, который называется сцена, и выкладываешь. А они, это темная яма, 1200 мест в театре Моссовета, они тебя видят насквозь.